بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Фатима Захра, Саидату Нисаиль Алямин, госпожа женщин всех миров, Рейханатуль Мустафа, богоуханный цветок посланника, часть тела пророка, о которой он сказал: «Фатимату бидаатун минни, Фатимату рухи аллати бейна джамбей, Фатима – часть меня, Фатима – мой дух, который внутри меня». Фатима ту бадаату ляхми, Фатима – часть моей плоти, ва самими кальби, и суть моего сердца, ва фирдату кабди, и кусок моего нутра, ва нуру айни, и свет моих глаз, ва самарату фуади, и плод моего сердца. Все эти необычные выражения, которыми пророк больше никого так не называл, указывают на некую внутреннюю суть. Фатима Захра, продолжение, проявление таджалли посланника Аллаха. Она вспышка молнии из света глаз Мухаммада Мустафы, как говорится в знаменитой поэме Мухаммада Икбаля, и она его внутренняя сущность. Последним человеком, с которым он прощался, когда уезжал из Медины, была Фатима. И первым человеком, которого он приветствовал, когда возвращался, была она же. И он связал ее гнев со своим гневом, ее довольство со своим довольством. Понятно, что это касается всех других состояний тоже, потому что гнев – это крайнее состояние на одной стороне, а довольство – это крайнее состояние на другой стороне, а все остальное лежит между ними. Довольство Фатимы есть довольство посланника Аллаха, а довольство посланника Аллаха есть довольство Аллаха. Гнев Фатимы есть гнев посланника Аллаха, а гнев посланника Аллаха есть гнев Аллаха. А потому Фатима, алейхиссалям, это весы довольства и гнева Аллаха. В хадисе Киса Аллах говорит, что создал небеса и землю только для них. Джабраил спрашивает, кто они? Аллах отвечает, «Хум Фатимату ва Абуха, ва Баалюха ва Бануха». Они Фатима, ее отец, ее муж и ее дети. Обратите внимание, Аллах начинает перечисление Ахлюльбейт с Фатимы. Он привязывает всех Ахлюльбейт, всех людей дома к Фатиме. Хадис не говорит Фатима, Мухаммад, Али, Хасан, Хусейн. Он говорит Фатима, ее отец, ее муж и ее дети. То есть связывает их всех с нею. Она перекрестие, место пересечения, ось всех Ахлюльбейт. Всех остальных 13 непорочных. Имам Махди, да ускорит Аллах его приход, сказал: «Фатима уммуна худжатун алейна». Наша мать Фатима – довод над нами. Она – довод над доводами, худжат над худжатами, потому что она – пересечение, барзах между нубувватом и вилаятом, между пророком и имамами. Имя Фатима происходит от Фатама, что значит отрезать, отсекать. Есть множество хадисов о том, почему она названа Фатимой. Она названа Фатимой, потому что те, кто любит ее, отрезаны от ада. Она названа Фатимой, потому что ее враги отрезаны от рая. Она названа Фатимой, потому что разумы творений отрезаны от ее постижения. Она названа Фатимой, потому что она отрезана от зла. И так в само ее имя внесено значение разделения. А ведь религия – это и есть разделение. Разделение между истиной и ложью, правдой и неправдой. Это религия, это дин. Фатима – смысл религии, ее внутренняя суть. Она разделяет, разрезает творение. Она – развлечение, она – весы, она – довод. В суре Байина – Аят 4 говорится: «Далика дину ль-кайима».
И это религия Кайимы. Обратите внимание, слово Кайима женского рода, а слово Дин религия мужского. То есть слово Кайима не может быть прилагательным, относящимся к слову Дин. Обычно этот аят переводят так. Это правая вера, это прямая вера. Неправильно. Тогда в айте должно было бы стоять «аддину ли кайим» без окончания «а», потому что иначе возникает рассогласование в роде и в артикле. То есть то выражение, которое есть в Коране, говорит, такова религия некой женщины, которая называется кайима. Интересно, что все муфассиры Ахлю Сунна от Табари до Куртуби не знали, как понять это выражение, и выдумали такую вещь, что якобы тут между словами «дин» и «кайима» пропущено слово «милля» или «умма», то есть «община». И это слово как бы подразумевается, как они говорят. То есть Аллах хотел сказать, это религия прямой общины, но слово «община» почему-то пропущено. Я открыл 6 или 7 ведущих тафсиров Ахлю Сунны, и все они повторяют этот абсурд. Имам Садик, алейхиссалям, говорит, «кайима» — это «фатима». Кайима, то есть истина, прямота. Религия ислам, ее религия. Далика динуль кайима. Это религия Кайимы, религия Фатимы. Ислам держится на ней, подобно тому, как здание держится на фундаменте. И в слове Кайима скрыто огромное количество смыслов. Лучше перевести его как устанавливающее, поддерживающее, та, в чьих руках дела. Имам Махди говорит, для меня в Фатиме прекрасный пример. Она Каима, а он Каим. Она устанавливающая, а он проявление ее света. Джабир Джофи спросил у имама Садыка, алейхиссалям, почему Фатима Захра названа Захра? Захра значит сияющая. Имам сказал, «Ли анна Аллаха аззаваджаль халякаха мин нури адамати». Потому что Аллах, велик он и свят, сотворил ее из света своего величия. «Фалямма ашракат, азаатис самавату валь агзу бинурихи, вагашият абсару лмалаика». И когда она воссияла, небеса и земля озарились этим светом, так что были ослеплены взоры ангелов. «Вахарратил малаикату лилляхи саджидин, вакалу, иляхана вассейдена, ма хаза нур». И ангелы упали в поклоне Аллаху и сказали, «О наш Бог и Господин, что это за свет?» «Ва ауха Аллаху илейхим, хаза нурун мин нури, аскантуху фи самаи, халяктуху мин адамати». И Аллах внушил им в откровении, «Это свет из моего света, я поместил его на небесах и сотворил его из своего величия». «Ухриджуху мин сульби набии мин анбияи, уфаддилху аля джамии аль анбия, ва ухриджу минху аимматан, юкимуна би амри яхдуна би хаккей». «И я выведу его из чресла моего пророка, которого я сделаю выше, чем все пророки, и выведу из него имамов, которые будут исполнять мои повеления и вести по моему пути».